Господа, я прям кушаю к ним дамы. Канал Инстаграм. Мы с Евгением. Мы по-прежнему на даче. У нас светит солнце. Женя даже он снял свою куртку. Я не снял, потому что я не люблю, когда в меня дует ветер. Мне стало уже жарковато, если честно. Мы тут еще побегали, в баскетбол поиграли. Я уже... Очередная футбольная. Все, у меня уже крыша едет. Потому что ты про спорт заговорил. Очередная посылка от подписчика. Кстати, это тот самый наш подписчик из Белгорода, да, Сергей. Вот. Кстати, к слову, пока мы снимаем это, Сергей передал еще, но она еще не доехала до Могилева. Водка русская. У нас новый, была, была, но это... новое ее издание. Сергей покупал, писал мне, был, говорил, что очень интересно. И вот, собственно говоря, привез. Это русская на спирте Альфа. Ну, она и называется. Водка русская, даже вот если... на водка русская, причем, заметь, премиум. Премиум, да. Да. На спирте Альфа, и у нее отличается состав от той. Кардинально. Потому что там был, во-первых, люкс, во-вторых, там были... насколько я помню, пшеничные сухари или хлеб, ну что-то такое. Настой пшеничного белого хлеба. Ну что-то такое, там да. А здесь спирт Альфа и вода, и больше ничего. Ничего, да. Значит, ценник те же самые 300 плюс-минус рублей российских. Ну, то есть в зависимости от сети, которую вы это купите. Вот. Собственно, все. Переходим к самому главному. Но я уже вижу, что, скорее всего, там скорее, дозатор. Там нету дозатора. Там обычная, нормальная. Нет, подожди, там должно... Вот снизу. Вот, нет, Женя, вот, вот этот. Вот. А, во. А где оно начинается? Вот здесь. Снизу, да. А, это я на месте спайки дергаю. А надо... Блин, у меня постриженные ногти, давай. Мне неудобно. То есть там сейчас сделали, скорее всего, какое-то оборудование, наверное, потому что мы уже не первую такую бутылку, не только в Беларуси, но и в России замечаем, что делается вот так. Да, вот снизу вверх, сверху вниз. Снизу вверх, соответственно, у вас получается вот такая вот... Ну, и вы потом просто это пластик удаляете. Да, пластик удаляется. Ну, тут, кстати, запаяно хорошо, но... Она, по-моему, винтовая. Если мне память не изменяет, да, она вот этот вот на один винт. Кстати, пробка пластиковая. Вот это вот то, что вот в европейских, кстати, много напитков пластиковые. Ну, там еще и бутылки пластиковые часто. И у нас пластиковые. Аквадив пластиковый. Значит, ну, Аквадив же у нас главный законодатель мод. Юра же не даст нам соврать. Да. Ну что? Ну, все, мы готовы. Мамин пирог рыбный на столе. Да. Все, поехали. Идеально, мягко, водочно. Очень легкий водочный запах. Давай так, пахнет честно. Ну, хорошо пахнет. Не притягивайте мозг, не шурачит. Все очень... Все очень приятненько. Не из рюмки хорошо пахнет. Не знаю, мы, наверное, скоро Альфу начнем это отличать по запаху. До рюмки вообще ничего не чувствую. Ну, и почему? Альфа? А вкус такой достаточно, я бы сказал, традиционный. Он с горчиночкой такой хороший, булочный. Да. При этом без Женя, но знаешь такое. Не, я с удовольствием к ребячку. Пирожок. Закусить его хочется. Ну, я с удовольствием. Слюночка, вот как ты говоришь, пошла прямо. Прикольно. Ну да, это та из водок, которую вы понимаете, что если по запаху она не пахнет, то она вас сразу предупреждает по вкусу. То смотрите аккуратней, это спиртной напиток. Вот крепкий. Это ты пьешь. Вот ты знаешь, на самом деле я. Может, банально схожу, но это то, чего ты ожидаешь от напитка, на котором написана водка. Да. Это самая хорошая характеристика. Вот именно то, чего ты ждешь от водки, это водка. Она выпивается нормально, без выхлопов, без всего. Но с должной степенью именно водочности. То есть ты четко ощущаешь, что это крепкий алкоголь, что это водка,
что она такая вот, как-то, как говорят, горько, горько, да, горькую. Да, да. Кстати, горькая. Кстати, производитель страдает самоиронией или метаиронией, потому что у них на контрфейке, Олег не видит, в мою сторону порой, значит, написано «аргументы на сайте», знаете, меру.рф. Ну, это смешно, как минимум. Не знаем, что на этом сайте, потому что вроде бутылка уже где-то там 2 недели, 3 у нас находится, но как бы особо не смотрели ничего. Ну, наверное... Не, ну, около 2 недель, да, наверное. Ну, около 2. Ну, просто я к тому, что на сайт мы не лазили, ну, наверное, может, после обзора залезем ради интереса, посмотрим. Вот, ну, а может, даже неделя у нас. Ну, это самое. Я, наверное, ее в понедельник встречал. Понедельник ты забирала, а Бобруйск она приехала... На Бобруйск она приехала в там в четверг или в среду даже. Да. Ну, то есть, там пока передали мне. А, суть в том, что я здесь, вот, знаешь, иногда бывают напитки, которые попадаются, ты такой... Ну, а мне больше нечего говорить. Я уже по первой рюмке, я понимаю, что это за водка. Это нормальная, хорошая очень водка. Хорошая. Во-первых, мне не нравится, что в ней есть баланс. Ну, так она полностью соответствует, я же говорю, она полностью соответствует заявлению водка. Вот то, что ты, ну вот лично в моем представлении, вот когда мне говорят, давай выпьем водки, я вот это вот налью, я скажу такой, ну это ровно то, чего я хочу от водки. Да. То есть я хочу, чтобы она была крепенькой, чтобы она была немножко горчила, чтобы она мне говорила «ох», и при этом закусил, и тебе хорошо. Да, при этом, ну, вот я с удовольствием закусил рыбным пирогом, мне вообще кайфушечки. Это не та водка, которую можно чистоганом вот просто пить, и вообще, вот там, допустим, как там, не знаю, там Бульбаш Резерв какой-нибудь, наливай, пей, и просто испытывай удовольствие. Бульбаш Резерв тоже как бы не для всех, но в принципе, с большего, да. А здесь, конечно, да. Здесь, конечно, ну, она трушная, ну, да. Хорошая. А я люблю трушные водки, у меня к этому вопросов нет. Ну, мне нравится. Ну и даже вот если там делать ретроспективу в ту, ну, типа стандартную, которую мы покупали в Смоленске. Это получше. Так она по цене такая же получается, да, насколько я понимаю? Да, они стоят одинаково. Покупали они по... стоят одинаково, они те же деньги там, да, ну, условно. Но я просто к тому, что вот это вот мне ближе, чем та. Та была такая какая-то умягченная, а это такая вот, знаешь, вот настоящая, ну, вот как это сказать, трушная, настоящая, ну, правдивая. Ну, они сделали по составу хорошо. Единственное, что, ну... Конечно, было бы интересно вот попробовать русскую именно с этим, где бы был, допустим, не альфа, а люкс. И вот, ну, и сахарочек, допустим, водичка. Все. Ну, там или глюкозка. Ну, сахарочек. Вот ну, это, да. Ну, мы пили с тобой оригинальную русскую, которая... Ну, там же, я же говорю, там эти вот пшеничного хлеба или что-то... Не-не-не, которую эту с Дагестана... 80, а, которая... Там... Ну, слушай, там это 97-го, там вычхалось было... Там 3... уже вычхалось, там конечно. Там вычхалось, да. Было грамм 40, из нее просто ушло... Там, во-первых, и градуса не было того, там вообще было непонятное. Там уже пластилином, типа, да. Да, ну, поэтому, ну да. Слушай, ну, блин, водки... 20 с лишним лет, да. Да, то есть, ну, там 25-26, это же уже, ну, тем более тогда там крышки были не такие, как сейчас, которые наглухо запаивают, а все-таки... Ну, кстати, да. Там же, я говорю, там же много, ну, поэтому это немножко не то сравнение. А вот в этом случае, ну, это реально классно, она хорошо очень заходит, у нее очень приятный такой вот вкус и водочный именно. Не знаю, мне короче, кажется... если вы любите водку... Да. За 300 рублей, за МРЦ. Я там тебя маленький. Перебил, что ты там хотел сказать, что тебе по первой там... Я хотел сказать, что после первой нужно перейти ко второй. Я вас полностью поддерживаю, коллега, потому что, ну, здесь я не вижу вообще никаких, как бы, мешающих факторов. Ну, с бокала немножко кислит на гладке, чуть-чуть. Немножко есть, и с бокала так она пожестче чуть-чуть. Да. Но, при Но этом, в целом все равно... Ни возвратки, ничего нет. Она замечательно выпивается. Как по мне, она в целом все равно сохраняет Но все нужно свои понимать, эти... что это водка. То есть не ждите, что вы там выпили ликерчик дыни, да, да. Образно говоря. Абсолютно верно. Здесь ты понимаешь, что ты пьешь. Очень честный продукт. Да. Очень достойно сделанный.
кто там производитель, прости господи. Тут контроль качества, тут мама дорогая. А, Брянск. Брянск Спиртпром. Тот самый. Тот самый? Они же, по-моему, столичную делают. Ну, этот за, да. Ну, просто это марка, которая тоже, по-моему. Ну, то есть они взяли, они, слушай, ну, их столичная классная. Их столичная в черном кузове охренительная. Охренительная, да. Их русская, обычная, хорошая, это чуть лучше. Я просто там на днях рассказывал, что... Короче, завод держит марку. Да, ну теперь я, рассказывай. Да, я к тому, что я на днях тут рассказывал там нашим, в общем, друзьям, чем мы поедем там, типа, на выходных там делать, что пить. Это... И говорят, а что, говорит, в смысле, русская, наверное, все испортили. Я говорю, нет, ребят, даже основную стилистику этикетки сохранили, вот именно которая вот была. Я говорю, не может такое быть. У нас же все вот эти вот... Ну, ты же мог скинуть фотографию. Да, я им показываю фотографию. Они говорят, блин, а у нас все эти, все вот так вот, ну, типа в стране там, ну, типа чуть-чуть там перекроили, там переделали на новый дизайн. Говорю, здесь как бы тоже новый дизайн, но основная стилистика, вот эта красная буква R... Давай так, дизайн именно вот этой... Да, русская, да, да, вот да, именно да, это да, слово, да, которое, да, да, ну, которое вжилось уже в память, в генкод, потому что этой водки, блин, извините меня, там 70 лет, но да? Это в дизайне называется якорь, насколько я знаю. Я абсолютно верно, это как человек, который занимался этими вещами. Это называется якорь. Ну, то есть здесь... сохранен ее, ну, можешь сказать так, генетика сохранена, то есть ну, да. Основной, то есть это видно, что это именно... Но она по полке остается по-прежнему узнаваемой, да? Это, мы... Женя, как делают большие бренды, вот возьми какую-нибудь Финляндию, у них меняется бутылка, этикетка, все, но ты четко осознаешь, что это Финляндия. Это Финляндия. Да. Точно так же ты там возьми другой большой алкогольный бренд какой-нибудь, ну, давай возьмем какой-нибудь Хеннесси, да, там не обязательно водку. Там тоже есть изменения, но остается все равно неизменным этот лучник. Да, 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 да. Надпись. То есть может меняться там с веяниями времени различные вещи, вот как здесь. Они здорово запаковали в новый вариант. Мне очень нравится вот здесь, вот как они сделали вообще вот это вот с триколорами, с... Ну, да, да, да. Не очень красиво. При этом это же водка, ну, дешевого сегмента, и как бы она сделана круто. Вот за что я люблю иногда, знаешь, вот грамотный подход. Вот почему мне нравится Саранский, вот Брянский, да, тоже нравится. Да. Они даже к водкам вот этих своих дешевых сегментов очень качественно подходит в оформлении. Ты вспомнил Саранска? Да, городок сама по себе линейка. Ну, нам... Ну, смотри, нам тоже в комментариях по городку мы попробовали номер 2 и номер 3, по-моему, да? Нам вообще говорили, номер 1 надо пробовать. Надо пробовать номер 1. Слушайте, ну я не хочу после номера 2 и номер 3 пробовать номер 1. Ну, придется уже пробовать. Я считаю... Ну, давай так. Если нам кто-то из России пришлет ее, мы ее попробуем. Попробуем. Если не пришлют, я искренне тебе говорю, я не поеду за ней покупать ее. Мы возьмем куртку, в которой в последний раз ездили в Смоленске, посмотрим карман. Нет, надо, чтобы Влад в Смоленске посмотрел в куртку и такой сказал, говорит, а, у меня в куртке завалялось. Говорит, пацаны, дайте вам номер один. Либо чтобы Влад написал, что типа, пацаны, акция 50 рублей. Говорю, давай. Нет, ну я честно, ну, ладно, я специально ее покупать, да, не буду, потому что, ну, я попробовал 2-3, все, мне про линейку с большего мне... Если в линейке 2 из 3, ну, не алло, я не хочу пить третью, ну, типа, я часто, бывает, по одной могу, помнишь, мы Mad Dog с тобой? Ой. Мы одну попробовали, и типа такой... А там же сейчас еще одна или две, кстати, появилась, ребят, по собой. На самом деле, Mad Dog'а мы снимали 2. У нас есть, кроме, по-моему, этой самой... Мы клюкву выложили, да? Мы выложили или чистую, или клюкву.
клюкву. У нас кроме нее есть еще съемка чистой, но мы ее закопали и сказали, да зачем? Потому что там все абсолютно, все те же минусы, что в клюквенной, только нет, она, без вкуса клюквы. Она, возможно, когда-нибудь выйдет, когда там мы опять с Олегом не знаю, если капитально я... заболеем вдвоем на месяц. Ну, и скорее всего, если я заболею, да. Потому что как бы пацаны без меня снимать не хотят, да. А так, ну, если я реально там в очередной, ну, какой-нибудь поймаю там серьезный грипп или ковид, когда да. Там недели 2-3, и знаете как, это попадет еще на тот период, когда у нас подзакончились архивные эти самые, да. Тогда, наверное, я, может, это где-то выну, а так, ну... Итог. Не знаю, мне нравится это водка. Я не знаю. Мне и та понравилась, насколько я помню. Хорошая водка. Итог, хорошая водка. Моя оценка 7,5. Ты бы и восьмерку поставил. Хорошо, я склоняюсь к Евгению. 8 баллов потому что для русской водки. Я... Ну, хорошо. Она, ну, давай так, она просто дает... Вот, для меня самое главное, чтобы водка давала честные эмоции. Она дает честные эмоции. Ты знаешь, это та водка... Я, знаешь, вот, давай так, обычно моя высшая оценка заключается в следующем. Это та водка, которую я не против купить на мероприятие, которое будет организовано мной. Это шикарнейшая будет водка. Именно мной. Если честно. То есть, вот, допустим, я не против купить такую водку на свой день рождения или там на свою свадьбу, еще куда-то. То есть, я точно понимаю, что мне не будет стыдно перед гостями и на мне. От меня это как бы считается... А с учетом того, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией нет границы, ну как там со стороны России стоят, стоят погранпосты, но нету этого пресловутого, который мне все время бесит, 3 литра на человека алкоголя. Нет, воздух. Пожалуйста, ты можешь ввести сколько угодно чеки, предъяви из магазина, да. И алкоголь должен быть подакцизный, все. Все. Я на свадьбу везу ящик или два, я показал просто, ну, а учитывая, что да, у нас есть как бы на самом деле возможность там, ну, у меня даже попросить того же Ваню, поверьте мне, если мне надо будет 2 ящика водки из дешевого сегмента... Нам даже не надо ездить в Смоленск, нам можно в КБ съездить в Рослов. Это самая ближайшая точка Российской Федерации. Нам надо просто пересечь... Слушай, мне кажется, что русская водка есть в любом крупном сетевом магазине. Красным и белым она будет стоять. Я думаю, в каком-нибудь Магните она по-любому будет. И даже в Пятерочке. Собственно, ту русскую я в Пятерочке и покупал. Нет, русскую мы купили в Бристоле. Ну, может, и в Бристоле, но она и в Пятерочке есть, я ее видел. Она есть везде. Как и столичная. Поэтому, Женя, нам нужен ближайший российский город, в котором есть крупный сетевой магазин. Рослев. Ну, это меньше 50 километров от границы до Рослева. Ну, и до границы сотка. Ну, вот, ну хорошо, ну вот попрошу Ваню, сели, съездили, 2 ящика привез, все, вот мне свадьба обеспечена. На день рождения, конечно, я не поеду в Россию за водкой, потому что нет смысла, не столько водки надо. Мы еще тут запить не можем. Да нет, при тех условиях, то есть, ну, которые надо будет заплатить за бензин, я проще куплю Всеслав Чародей. Ну да, оно выйдет то на то. Ну. А так, конечно, да, ну, вопросов нет. К слову, Всеславе Чародеи, ну, там очень настаивают на перетесте, там есть, знаешь, у нас появилась секта тех, кто не верует в то, что чародей все еще тот. Хотя мы в прошлом году перепробовали новый разлив, он абсолютно такой же был. Но мы просто не выложили. Кстати, мы даже это были почти сняли. Мы с тобой сняли. Но у нас, по-моему, брак по... Это самое, у нас что-то то ли флеш-карта, то ли что там посеклось, короче, ну... Нету второй части. Мы стаканы распаковывали тогда, рассказывали. У нас там что-то пропало, да, и мы, типа, не смогли выложить. Ну, снимем, проблемы. Сюда... Знаешь, что мне мама нашла? Знаешь, что нашла? В моих гадюшниках, задашниках, как называют. Сейчас же чародей выходит в этой самой, в коробке уже. Коробке. А у них нету тубуса уже. Да. А мама мне нашла в моих загашниках. То есть тубус? Тубус. Она один забрала себе под спицы. Очень хорошо спицы ложится. А второй она мне нашла даже с крышкой. Слушай, я, наверное, свой тубус куда-то... Ну да, раньше уж он был в металлическом тубусе. Офигенно эти. Ладно, сюда возвращаемся. 8, да? 8. Ну, я... Вот, я сегодня такой. Лайк, подписка, комментарий. За вас, ребят. Пейте хорошие напитки.